Привет, друзья, с вами Sky, и сегодня мы с вами поиграем в игрушку, называем Idle Healer. Игра, в которой нам предстоит дамажить вот таких вот гадов и качать нашего хиллера. Хиллера, вот этого вот чувака, который нам будет помогать фармить нашему воину. Мы в пати, знаете, это такой симулятор булки, которая была. Когда-то Влад 2, может, кто играл, может, кто помнит. И игрушка была довольно зачетная. Блин, как же я скучаю по тем временам. Кому можно было задрить нее, но это тоже неплохой заменитель. Просто кликаем, не надо ничего гриндить, фармить лишний раз. Времени не так много, думаю, займет. Хотя она довольно-таки затягивающая, поэтому фиг знает, сколько не можно провести. Что это у нас тут? Сердечки. Два голд апгрейда. Ну, даже не знаю. Что бы я хотел вложиться? У нас взяты, да? А, отлично. Я тут просто пару минут поиграл. Так. По-моему, что-то со звуком. Причем, не просто что-то со звуком. А он поломался. Давайте его отключим нафиг. Без звука будет хоть и немножко более скучно, но зато он не будет ломать мозг. Или пройдет чуть-чуть... Не знаю, ладно, оставлю. Может, только у меня в ушах 100 барабанов начинает долбить в одну и ту же секунду. Качаем нашему воину броню и поехали в бой. Поднимаем уровень. И с тобой мы справимся. Видишь, как изи все идет. Ой-ой-ой-ой-ой. А на этого чувака мы зря пошли. А не! Че, нормально, подвоечки, подвушечки. Хорошо вносим так, спокойненько. Что это дает? Мана апгрейд, это power апгрейд, healing power. А давайте что, просто 11 уровень. Нормально, вообще жестоко так апнулись. То есть в этой игре как бы кнопка leave, которую вы нажимаете, она вам дает поинты. И такие очки, на которые покупаются вот эти вот все развития. И довольно прикольно, потому что этих поинты надо выфармливать. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда я вылетел? А, мана у меня тридцатник. Реген. Валю я этих гадов вот так вот. Что-то я даже не замечаю за тем, что тут происходит. Ага. В общем, на распинать нам как больше в данный момент можно вот этих существ. Я думаю, они не будут особо против. Если я на них пофармлюсь. Ой, хорошо, хорошо. Давай, 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 давай. Руби. Вот так вот. Просто один вариант того, как стоит прокачаться. Блин, музыка бесит реально. У меня мозг от нее начинает болеть. Потому что у меня, не знаю, она повторяется. Дико такое ощущение, будто стрим в стриме включили. Вот такое же ощущение. Потому что именно повторение идет звука. Меня вымораживает от этого прикола. В тишине, думаю, ну... Так. Надеюсь, вы не слышали тех звуков. Так, 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 так. Игра реально затягивает. В ней можно провести тучу времени. Реально очень много тут всего, что можно прокачать. Видите, куча апгрейдов, которые действительно заслуживают внимания. И смогу посмотреть на них, посмотреть, как персонажи разобьются, довольно интересно. Так, броню я все же не купил, блин. И надо золото накопить. Так, усиливаем. Пока что бабло. Чем больше бабла, тем лучше. И пытаемся его зафармить. Ну, в смысле, не его, а бабло. Так, армор. Нам нужен армор. Ну, точнее, не совсем нам он нужен. Он нужен вот этому воину. Нам-то зачем армор? У нас есть воин. Зачем броня, если есть воин? Мы такая точно, вот стеклянный такой персонаж, который может хилать, бафать, там, пройтись скиллами и усилить, но в бою мы ничего из себя не представляем. Ну или это мы его так колотим, что он просто разваливается. Палкой там взяли свои волшебные и давай калашматить. О, думаю, ДПСик бы был хоть какой-то. Ну, или толку не было бы. Так, посмотрим. Сколько мы всего еще должны купить в этой игре, это офигеть. Мана пауэр. Хил пауэр. Вот что нам надо сейчас качать. Чуть побольше возьмем, чтобы заделать на следующий уровень. Оп. И оп. Ну все, отлично. Можем продвигаться кверху.
Ой-ой-ой-ой-ой, вот это вот уже неприятно, но, в принципе, жить можно. И качнуть надо будет вот тупо вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это жестоко. Жестоко, очень жестоко, но мы справимся. Мы можем, мы сильные. И просто... Блин, я сдохнуть успел. Experience point 1. Ну-ка я его потрачу. Вот, блин, 5, 1 армор. Плохо, 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 плохо. Ладно, буду его дальше лупить. У нас 10 power, 10 регена, 30 регена, 5 маны. И на этом наши перки кончаются. Но все равно реально, действительно, и время очень хорошо бывает за этой игрушкой. Если нажимать лифт правильно, когда у тебя много очков, нормально ты посидел уже здесь, пофармил голды, ну, денежек нафармил себе. И ты берешь такой, оп, и у тебя и experience поинты появляются, которые ты можешь приобретать те самые вот эти вот перки, которые дают как раз усиление и стоимость-то, в принципе, даже усиленно вот на 30, у меня остается та же. А если начинает расти только так, как ты покупаешь для того, чтобы написать уровень и все, значит, он будет заоблачной ценой. Так. Пойдем дальше. Пофармим, пофармим. Вот по две уже интереснее. Просто если по одной фармить, то особо быстро точно не получается. Ну, это долго, нудно. И всегда хочется большего. Да, нельзя остановиться, взять такой, не хочу больше. Нет, конечно, ты захочешься больше. Чем больше ты фармишь, тем больше еще охота. Может быть, не фармить, а получать лут с фарма. Но все же хочется. Для этого приходится вот качать разные обилки, идти выше, получать баблинские с этих боев, вот так вот. Мочить драконов, каких-то ящериц. Вообще даже не знаю, что за помощь осьминога, вороны и летучей мыши была, это синего цвета. Так, змею эту, медузу Горгон, я не знаю, как ее по-другому обозвать. Нагу, вот Нага, в принципе, неплохо ее как раз описывает. Ага, значит, нам нужен Power X13. Качнем сейчас за 200. Окей. Давай. Ой-ой-ой, с маной проблемы. С маной. Блин, мана, надо 200 нафармить. И тогда нормаз будет. Ну, сейчас 200 фарманем, что проблем-то? Проблем-то никаких. 200 и... Вот так. О, все, просто вытащили ситуацию. Оп, быстренько отфармили его. Пусть дальше сам дофармливает. Сколько у него там в секунду, ё-моё. Мы почти сравнивали... Нет, у нас действительно сравнялись сила и... Сила хила и мощность хила. Практически одинаковые, поэтому, да, в принципе... Почему практически? Они есть одинаковые, правда, множители разные, но по цене-то не сравнялись, поэтому я не знаю, что выгоднее даже взять. Да, конечно, регенерацию маны, потому что у нас маны-то не хватает, поэтому она и нужна. Так, пойдем дальше по локации. Так, нет, рано тебе сюда. Вот это в самый раз. Вот это мы можем бить. Опять по два приносит, но это не так уж и... Ладно, это ужасно. Че так слабо, я дальше уже прошел. Приносили вы чуть побольше, ну хоть девяточку. Конечно, не очень хотел бы. Почему девяточку, кстати? Если троечку. Так, ой, даунгрейдим, зачем? Нет. О, чуть не разбомбили нас. Так. Хил. Блин. Давай же. Надо лупить их. Получать за это свои доллары. Давай. Оп. Ах, молодец. Вот это вот хорошенький. Просто был. Правильно сделано все. И сейчас по-быстрому ману зарегенили и побежали. Побежали дальше. 150. Отлично. За 200 брать улучшение, интересно. Или нет? Стоит оно того, нет. Даже не знаю. Ну, по крайней мере, у нас есть такая платформа для фарма. По 3 единички. Мы держим... Ладно, мы пробуем держаться на ней, поскольку по факту не знаю, долго ли мы сможем, если я сейчас перейду под дальнейшим, как сказать, подъем мощности мобов. Смогу ли я дойти быстренько до 4-го? До 4-х за секунду. Так, наверное, нет. Ну, за клик, точнее, не за секунду, а за клик. До 4-х. Так, 289 у нас, мы накопили, все хорошо.
Блин, теперь ману накопить ужасно. Нет? Сюда, поехали. 289, ой, 250, 250, 246 ему надо. Все хорошо, сейчас будет сделано. А нет, 346, что я туплю-то так? Ух, ну все хорошо, все обошлось. У нас живой еще лейся можно дать. Ладно, ребят, спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я вас буду пытаться радовать дальше хорошими видосами, крутыми играми, кликерами и прочими. Ну, всем спасибо за то, что посмотрели. И до новых встреч. Увидимся завтра. Вот так вот.